Хлеб – символ жизни. Всемирный день хлеба, который в мире отмечается ежегодно 16 октября, был учрежден еще в 2006 году, а в перечень праздничных дат Республики Казахстан он был внесен в 2019 году. Все, кто производит хлеб, всегда пользовались почетом и уважением. Производство хлеба – это трудоемкая, уважаемая профессия. Наргуль Баткулова с гордостью работает пекарем уже более 14 лет, вкладывая в свою работу душу и искреннюю преданность. Она яркий пример того, как можно успешно совмещать карьеру и семью, так как она воспитывает 3 детей, что делает ее настоящим героем в глазах своей семьи. Мне очень нравится моя работа. Не сказать, что моя работа легкая, ведь труд пекаря требует немало сил, выносливости и терпения. Не каждый человек способен вставать рано утром и отправляться на работу и ставить тесто. Причем в работе пекаря очень важна точность. Пекарня «Ватулка», открытая в 1996 году, успешно функционирует уже 27 лет, обеспечивая население качественными хлебобулочными изделиями. Ее продукция доступна в 90 магазинах по всему городу, что свидетельствует о высоком спросе на продукцию пекарни. Удовлетворение такого значительного объема – задача, требующая не только усилий, но и большой ответственности. Хлеб – наиболее значимый и один из самых популярных и любимых продуктов питания. Во все времена и у всех народов хлеб был в особом почете и занимал главное место на столе. Я работаю уже более 20 лет. Хлеб сдаем по 130 тенге. Сейчас в Талдыкургане функционируют 7 пекарен, специализирующихся на выпечке хлеба из муки первого сорта. И ежедневно они производят 27 тысяч булок хлеба. Этот год был особенно плодородным для семиреченских крестьян, которые собрали 169 тысяч тонн зерна. А это значит, что, как и прежде, каждый гражданин будет иметь на своем дастархане кирпичик свежего хлеба. Хондызнур Мухамбетова, Камила Тунштай, Ержан Дүйсен, телеканал ЖТСУ.